Машенька. Парни, куски картошки мешайте. Вот он, долгожданный март. Время лыжных и горных походов. Сейчас уже не так холодно. И солнце дольше светит путникам, но все же больше всего снега. Поэтому в этом году мы собрали группу, в основном из начинающих туристов. Пускай себе подольше покопаются в лагере и в снегу на подъемах. Маза, помаши рукой маме. Салам алейкум. Алейкум ассалям. В истину Акбар, да? Акбар. В истину Акбар. Лера, вперед, 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 проходи. Планы у нас, как всегда, наполеоновские. Забежать на Канжак, уйти по хребту на реку Серебрянку и оттуда уже скатиться под Казанский камень. Это действительно круто. Но как на них отреагируют участники похода? В нашей группе 5 участников в возрасте от 11 до 12 лет. Всего 3 участника имеют опыт зимних категорийных походов. Вот это для мужчин. Рюкзак и ледоруб, и нет таких причин, чтоб не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а ты ищешь ты в горах победу над собой.
Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Неизвестно, какая еще будет погода. В крайнем случае, устроим на Конжаковке базовый лагерь и будем совершать учебно-тренировочное восхождение на окрестные хребты. Понял, как поход? Я офигею, мой генерал. Молодец. Други моя! Да прибудет с вами сила! Моя, оп! Твоя, не понимать. Я офигею, мой генерал. Как поход, Маза? Я просто балдею, мой генерал. Это капец, такие тормоза. Далеко с ними не уйдем. Как поход? ВДВ! Собственно, как думали, так и получилось. Малышам сложно оказалось брать вершины с первого раза. Поэтому первый же подъем был тренировочным. Всего лишь до перевала Конжаковского, высотой около 1000 метров. На следующий день уже смогли подняться до вершины горы Трапеции, чем еще повысили свою планку до 1260 метров. Группа теперь морально и физически была готова к главному покорению – восхождению на гору Конжаковский камень. Высотой 1569 метров, самой высокой точки Свердловской области. Но наступившая непогода внесла коррективы в наши планы. Видимость на перевале ниже 20 метров, сильный ветер и пурга. В следующие 4 дня не дали нам возможности подняться. Впрочем, это не помешало нам получать удовольствие от катания на горных лыжах при спуске с перевала. При этом наши добрые молодцы умудрялись обгонять попутный ветер, что вызывало у них массу восторга и радостных эмоций. Катимся с горки буквально. Деревья мимо пролетают. Что там у тебя, Маза? Что, Лера, как поход?
мы спускаемся, ну, вниз уже выходим к дороге. Сегодня 26 марта. Да, сам Канжак, к сожалению, залезть не удалось, но мы пытались, мы бились, мы смогли покорить трапецию. Несколько раз выходили на перевал Канжаковский. Последний раз, последние два раза нас оттуда просто сдуло. Вот, сегодня очень ветреная, ясная и морозная погода. Вот, ну, всем привет. Наступила хорошая погода, а мы, как обычно, поехали домой. Не пустили нас нынче горы к себе в гости. Но ничего, мы сюда всегда успеем вернуться, окрепнув и повзрослев.